Так, кто здравствуйте, милые дамы и господа. Давненько видеть не было видосов на канале. Сегодня мы с Алиночкой, с Дашенькой. С одной ее бровью накрашенной. Даша подготавливается. В общем, с девчонками мы едем за город. Какие у нас там рюкзачки? Огромные, там палатка, там еда. Ну, в общем, пока едем, будем снимать самые интересные моменты. Поехали. Так, у нас есть будильник. Это значит, что мы скоро подъедем. Подъезжаем, да. Через пару минут, кстати, приедем. Поэтому надо смотреть навигатор. Да не, еще не скоро. Ну не так прям скоро. Ну я засек специально по таймингу. Засек-васек. Видишь, уже интересные моменты есть. Что? Урнила какой-то. Вот будет круто и интересно, если мы Дашку в автобусе забудем. И она такая, Костя. А мы подъезжаем. Ой, помогите нам. А я сговорюсь со всеми водителями автобусов, и мы за вами не приедем. Ребята, нам надо... Вы останетесь жить. А мы девчонки, рады нам будем. Пора выходить. Да? Собираем манатки и проваливаем отсюда. Лишняя обувь, я не готова. Подождите. Остановите, пожалуйста, автобус. Спасибо огромное, всего доброго. Опа. Маленько проехали, остановочку. Ладно, сейчас идем в магазин, закупаемся продуктами и двигаем на озеро. Все. Алина в хорошем настроении, у нас есть костер, у нас есть немножко дров. Сухостой, правда, но у нас вот эти деревяшки, надеюсь, сегодня выручат. Будет гореть очень долго. Петя, комаров уходи, разгоняет. Петя! Если что, она трезвая. Так, палаточка. Она двухместная, но как-нибудь мы тут поместимся втроем. Сейчас разведем костер, будем жарить шашлык. Вещички. Туда-сюда. Тут даже рукомойник ребята соорудили. И рядом у нас озеро. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, даже сегодня мы искупаемся. Потому что воду я потрогал, она очень теплая. Если сегодня не искупаемся, то перенесем это дело на завтра. Завтра с утра что-то я проснулся. Поел шашлычка. Развел костерчик. И прямиком сразу в воду. Разве ли это не прекрасно, ребята? Здорово. Природа просто кайф. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Точек сухой, я немножко бухой. Доброе утро. Что-то мы 4 часа поспали, проснулись такие от жары. И мысль такая настигла нас прийти вот сюда. Прекрасные виды, все дела. Вода, как выяснилось вчера, очень теплая, поэтому грех сегодня не искупаться. Опа, молодец. Отлично. О, попущенные пришли. Министерство красивых мужчин.
Сейчас мы, значит, находимся в лесу, в степи, на которой я пойду охотиться на диких бабуинов. Пожалуйста, пройдемте. Егор, дикие бабуины ждут нас. Ты же обещал на них охотиться. Если присмотреться, пару диких бабуинов отместились там для того, чтобы совокупиться друг с другом и произвести на этот свет еще нескольких бабуинов, которых я уничтожу нахуй. Егор, это отдыхающий просто. Да, на тебя сейчас нападет индеец. Сейчас как нападу? Не надо. Что происходит? Тут какие-то сумасшедшие бегают. И горилла. Отпускай! Давай!